Баффиоук. Люди здесь ходят туда-сюда и наслаждаются друг другом. Любят, поют. Все это не без каких-нибудь плохих мыслей и сарказма. Ха, по-настоящему причудливое место. Добрейшего времени суток, на связи Антиквар. Добро пожаловать в Dungeon Keeper. Продолжаем проходить легендарную игру. Симулятор бога, как я посмотрел, что это такое. Я пытался для себя определиться, что это за жанр, но выяснил, что это, оказывается, симулятор. Ну, вряд ли так, чтобы бога, но если разве что какого-то темного, страшного, злого, имеющего некоторые садистские наклонности. Ну, в общем, занятный персонаж, да, и вот сейчас мы отправляемся в это прекрасное место, где люди просто ходят, любят и наслаждаются друг другом. Ну, мы же не можем пройти мимо, правда? Как-то у нас здесь вот так вот будет жизнь кипеть. Причем кипеть и закипать в прямом смысле. Да, тут люди будут ходить, любить и наслаждаться друг другом. Давайте отправимся, посмотрим, что с этим можно сделать. Мы на стриме уже пробовали пройти эту миссию. Нам дали здесь по голове. Поэтому это второй заход. Здесь будут два других хранителя, которые объединились, которые будут работать против нас в тесной связке. Так, у нас есть вот такая замечательная штука, как вы видите. Драгоценные камни прямо на базе, которые можно добывать. Как говорится, добывай не хочу. Давайте мы сразу же наделаем им побольше в этой связи. Не хватает золота. Так, мы перетащили сюда новый вид существ. А, подождите, не, мне надо загрузиться. Мне надо загрузиться, у меня тогда будет дракон. Если я начинаю заново, то я без создания, да, которое я перенес с собой. Да, не, давайте все-таки с драконом 10 уровня. Мы это без дракона 10 уровня просто здесь по голове получили. А если у нас его не будет, то тогда вообще ничего хорошего, я боюсь, нам не светит. Какое-то маленькое техническое неурядица. Все, поехали. Сокровищницу поставили. Видите, на мини-карте дракончик. Вот эти точки, это драконы ходят. Вот к ним надо здесь где-то прорыть вот тут подальше дорожку. А, ну, в смысле, выход. А можно вот прям вот отсюда. Вот здесь мы не закрыты стенами. Привести мостик и сделать так, чтобы они к нам присоединились. Так, теперь нам нужно что? Нам нужна... Нужно жилище, правильно? Определенно. Ёлки-палки, давай соберись. Стример, просыпайся. Просто просыпайся. Наделаем немножко импов. Нужно поставить где-то библиотеку. Правильно, сразу же дракона туда закинуть. Он у нас умный, башковитый. Ну вот пусть изучает. Так, дракон, ты поселился? Изумительно, все, пошел. Читать, пошел изучать. Хорошо. Сейчас он быстренько мост изучит. Нам нужно что сделать? Колдуны к нам пришли, да, сразу же? Прекрасно, портал сразу наш. Колдун тоже пойдет читать. Нам нужно добавить естественный инкубатор. Так, и нам нужно что? Сразу же поставить качалку, правильно? Выделено новое место. Вот он сразу мостик. И мы можем... Давайте посмотрим, как здесь это устроено. В общем, пробиваться к этому самому дракону. Нам же нужно, чтобы что? Чтобы наше какое-то создание с ним поручкалось. Так я понимаю. Происходит контакт. Дракон, короче, супер исследователь, супер ученый.
Потом, если что, мы это можем продать. О деньгах, в принципе, не переживаем. Новые существа примкнули к тебе. Вот, вот это прекрасно. Вот это хорошо. Так, одного взяли. Надо сразу же обеспечить себе эту историю, чтобы у нас дракончики. Дракончики к нам все пришли, да? Так, качалка. Опять же сразу делаем качалку. Очень жесткие здесь ребята нам противостоят. Поэтому вот желчных демонов, я думаю, мы обязательно будем качать. Слушайте, ну и дракона первого уровня, я тоже думаю, мы будем качать. Здесь у нас пусть работает дракон 10 и колдуны. В смысле, чернокнижники. Так, ну, в общем, основное сделали. Сокровищницу еще можно расширить. Вот эти стены не рушим, вот они. Вот они, враги, они уже здесь. Ведут себя крайне агрессивно и вызывающе. Приветствую, Сильвер. Уже разработано новое заклинание. Твои подданные атакуют врага. Так, неплохо бы засечь время, когда мы начали. В 13:30, грубо говоря, да? Уже не записал, ну ладно. Новые существа примкнули к тебе. Твои войска побеждают. Твои это муха. Тут врага. Можно особо даже не смотреть, что происходит. Это муха занимается тебе всякими непотребствами. Твои войска побеждают. Твоим существам нужно больше земли. Драконов, естественно, этих перехватываем. И отправляем качаться. В прошлый раз у меня как-то вот здесь сражение сначала пошло с неприятелем, а потом как-то резко не пошло. Как-то мне резко дали по голове, и в общем было очень больно. Всех мы драконов к себе прям переманили. Еще один ходит, да? Тоже надо переманить. Сразу же мы это сделаем, чтобы уже голова не болела. Нужно больше земли. Твои существа ввязываются в битву. Новые существа примкнули к тебе. Твоим существам нужно больше земли. Было больше логова нужно, это понятно. Сейчас все будет, сейчас. То есть тут с одной стороны надо все делать быстро, с другой стороны нужно как-то понимание, как это сделать правильно. Потому что быстро это не всегда хорошо, как мы знаем, да? Можно, кстати, сокровищницу вокруг сердца еще сделать. Пусть сюда тоже тащат это дело. Импов можно наделать. Выделено новое место. Денег много. Денег куры не клюют, как говорится. Так. Теперь, чё, камеру пыток... Попробуй все-таки приманить к нам, девчонок. Кладбище обязательно. Такая крутая, такая крутая. Никогда у тебя такой не будет. Было разработано новое заклинание. Вот тут толстячки сидят, ничего не делают. А нужно, чтобы делали, а нужно, чтобы качались. Давайте, давайте, все в темпе вальса, ребят. Двигаемся. Времени нет рассусоливать. Привет, Валентин. Все та же карта. Все та же, это все какая же. Так, еще дракон. Драконов много. Драконы это хорошо. Это мощная история. Было выделено новое место. Так, пыточную поставили. Тюрьму тоже надо, по идее, поставить. Да, может быть, получится... Варить, захватывать. Храм. И храм тоже надо поставить.
Аж денег не хватает на него. Ну и говорю, тут как бы мы в финансах не ограничены. Да, с этими драгоценными камнями. Тут просто вопрос времени, так сказать, чтобы все у нас было хорошо. Можешь себе позволить обучение существ? Могу, могу. Эй, существа, вы чё? Все у нас есть. Существа, да нормально все с деньгами. Мы уже порешали, чё вы копите-то? Чё вы начинаете-то? Время расплаты. Твои запасы золота уменьшаются. Так, давайте дракончик тоже пока почитайте. Твоя библиотека слишком мала. Сейчас расширим спокойно. Которые мучились на прошлом стриме. Да мы как бы один раз не сыграли и не прошли. Новое место. Я бы не сказал, что это прям мучились. О, девчонки пришли. Девчонок тоже надо качать. Твоим существам нужно больше земли. Еще больше земли? Серьезно? Ёлки-палки. Так, ну в принципе у нас много, да, территорий. Это больше, чем нужно, мне кажется, даже на этой карте. А здесь можно еще филиал курятника сделать. Да, прям, чтобы они далеко не ходили. То есть у нас что еще остается? Нам нужно еще кладбище, и нам нужна комната по переманиванию созданий. Привет, Dark Fox. Прям активно мы тут, конечно, включились в эту историю. О! Норм. Твои запасы золота уменьшаются. Тут в чем может быть история? Ну, тут очень много денег, конечно, да. Думать о том, что мы на измор возьмем противника, оно может быть даже и возможно, но это очень долго. Реально будет очень долго, то есть надо как-то пытаться быстрее. Ладно, сейчас разберемся. Кладбище. Тоже бы обозначить, что у нас будет вот здесь. Твои запасы золота уменьшаются. И, в принципе, вот я мост сделал. Так его можно и не убирать, да, можно отсюда как-то... Ну, как-то импов побахать вражеских. Подвести мостик поближе. Но, как мы делали, помните, в миссии, где мы тоже очень долго мучились. Так, ну, не, эти ребята... Вот тут бы кого-то с дистанционной атакой. Сейчас надо подумать, как это лучше сделать. Дракона 10-го выдернуть. Пусть здесь воюет. Чем бы нет, да, наносит какой-то ущерб врагу. А наши импы пусть тырят трупиков. Новое место. Что-то враг пока не реагирует, собственно, ну и хорошо. Да, десант не скидывает, но не скидывает и не скидывает. Тут надо, знаете, что нужно записаться, если, ну, чтобы продать мостик вовремя. Просто же тут сейчас в какой-то момент враг придет. Твои подданные атакуют врага. Твои войска побеждают. Это тоже нужно в голове держать.
Твои войска побеждают. Твои подданные атакуют врага. Где дракончик-то? Я развешу твои кишки по стенам моего замка. Так, ну сейчас только один хранитель здесь. Подождите, в прошлый раз было двое. В прошлый раз их было двое. Может, мы можем как-то в этой связи... Новое заклинание. Твоя библиотека слишком мала. Может, мы можем как-то в этой связи тебе пролезть нужна туда? Большая комната для переговоров. Комната для переговоров. На самом деле очень большой рандом по части того, что, ну, в общем, как комп себя ведет, насколько я понял, да, мы пару раз переигрывали какие-то миссии, и, в общем, здесь, ну, как бы... Вампир посетил твое кладбище. И здесь все всегда происходит по-разному, то есть скриптов каких-то нет. Может, прям попробовать сюда нагрянуть? Если мы одного вырубим, с вторым мы вообще справимся просто и быстро. Здесь сейчас смотреть, да, перекинуть их вовремя. Заклинание переставить этот флажок. Твои подданные атакуют врага. Кто атакует врага? Ага, и вот зеленый, да, раскопался. Вот это плохо, что мы не успели. Но, может быть, мы успеем сейчас накрыть вот этого товарища. И будет все полегче. То есть против одного мы здесь сдюжим без каких бы то ни было проблем, я думаю. Подданные атакуют врага. Было разработано. А где его войска-то? Заклинание. Я что-то понять не могу. Помните, как в прошлый раз, когда здесь жесть была, какое здесь было мясо? Прочистил вражескую территорию. Сейчас даже близко ничего подобного нет. А эти вот ребята вышли как раз. Так, ладно, пока не трогаем, да. Твоих людей атакуют. Твои существа ввязываются в битву. А у этого вообще где... Где вообще ребятушки-то у этого товарища? Можно нам комнату захватить? А, все, тут дракон пришел. Слушайте, а где войска-то у этого? Почему-то у него в этот раз нет войск. Я не знаю почему.
Просто банально нет войск. Ну, сейчас сердце мы сломаем, потом зеленый останется. Он портал не присоединил по какой-то причине. Почему нет войск? Потому что портал не присоединил. Ну, это дичь, конечно, какая-то. Ну, ладно. Не присоединил, мы чё? Мы при чем? А зеленый тот прорылся и, в общем, дальше не пошел. Тоже хорошо. Атакуют врага. Твои войска побеждают. Импы все битые и перебитые. А, вот тут ребята есть, да? Войска побеждают. Ничего себе тут зеленый, слушайте, зеленый-то тут мне раздал. Твои ладно. Подданные атакуют врага. Твои войска побеждают. Ты очистил вражескую территорию. Давайте мы сердце развалим. Деньги наши, да? Было ваше, будет наше. Так, с зеленым, короче, будем разбираться. Получается, это читы какие-то. Ну, почему портал? Я не знаю, почему портал мне это не забрал себе. Что там с ним не так в этом плане? Так, ну нет, на самом деле у них тоже есть, да, минералы вот эти вот ценные. То есть не получится тут на измор его никак брать зеленого. Ну ладно. Слушайте, ну как нам переколбасили больших пацанов-то? Просто взяли и победили. Я думал, они сейчас всех там запукают. Ага. Вражеского правителя. Твои одного победил. Атакуют врага. Твоих людей атакуют. А с этим все не так просто. Так, вот он сюда пришел. Имеет ли смысл там драконами ввязываться? Служает твои здания. Игра сохранена. Или лучше их докачать как-то из-под тишка. В общем, я думаю, что да, не будем мы сразу с зеленым ввязываться. Там не очень понятно какие-то геолокации. Ты потерял вход. Ага, не успел, да? Не успел продать, я понял. Ну ладно, мы тут, в принципе, продали многое, что было сделано до нас. Так, хорошо, хорошо. Вампиры еще есть у нас? Один только поднялся, почему только один, как это возможно? Эти новые пацаны пришли. Дракон не тренируется. Давай тренируешься, просто на лечении потом себя отхилишь. В общем, надо всех качать. Магов надо качать. Опять же, тюрьму поставил, а как бы смысл-то никакой. Ты сюда. Давай переманивай дракончиков, может, его переманишь. У нас прорыв на базе. Где это у вас прорыв на базе? У нас все в порядке на базе. Никаких прорывов. Тут вот, да, драгоценные камни. И вот, ну да, тут у всех есть драгоценные камни. Причем у них, ну, у них добывать можно не со всех сторон. Короче, по деньгам там тоже все будет все хорошо. Просто по полной программе.
Нам надо вон сейчас девчонок прокачать. 6 девчонок и наша тактика с мостиком. Ну, в общем, мы, я думаю, сейчас разваливать будем. Я знаю, Эскобар, что это означает, приветствую. Что мы больше земли, что надо логово поставить. Это мы уже, как сказать, разобрались с этим моментом. Тебе нужна большая комната для тренировок. Серьезно? Комнаты для тренировок не хватает? Интересно. Ну давай, а так хватает? Нужно как-то оптимизировать, да? Вот эти истории здесь можно достроить. Кладбище, может, маловато, надо еще занять. Блин, ну когда столько народу качается, нам денег не хватает. Банально. Размер кладбища, я так думаю, определяет тот момент, сколько туда можно оттащить ребятушек, да? Павших. Импов еще у нас поколбасили. Боги удовлетворены твоей жертвой. Боги удовлетворены твоей жертвой. Боги удовлетворены твоей жертвой. Сейчас мы наделаем. Боги удовлетворены твоей жертвой. Время расплаты. Это, я так понимаю, тоже нужно добыть, да? Деньги быстрые. Сейчас мы наделаем. А то с такой интенсивностью тренировок деньги улетают только в путь. Под тридцатку хватит нам? Ну что, будем пробовать воевать или будем докачивать все-таки? А ты что здесь ходишь, чел? Ты должен вот тут работать, а ты ходишь где-то бродишь. То есть нужно понимать, он же тоже их качает, да? И в том столкновении, которое у нас было, он именно перебил мне желчных демонов моих. Я не так, чтобы очень хорошо там выступил. Почему стоим? Почему не работаем? Они построили к нашему этому. И здесь сбор, да, объявили. Так мы можем вывести мостик куда-нибудь вот сюда. И с этой стороны их побахать, да, пока они там тусят, пусть тусят. Давайте мы так сделаем. Военная хитрость, короче. Когда жесткий враг, можно и похитрить немножко. Такие вопросы, как водится, с кондачка-то не решаются.
Опять же, главное, чтобы к нам не прилезли. Через эти, через этот мостик. Игра сохранена. О, там дракончик 8 уровня. А девчульки какого? 6, 7, 4. Блин, а тут теперь и нет никого, да? Главное тут не проспать момент, когда враг захочет к нам ворваться через эти мостки. Жнеца призвать? Мне он не понравился. С ним какие-то проблемы одни. Под него еще строить что-то специально, ну нафиг. Жнеца этого. Ты очистил вражескую территорию. Эй, ты куда побежал-то? Чел, ты куда побежал? Не, это плохо, плохо. Не то, что нам нужно. Игра загружена. Вообще не то, что нам нужно, получается. Надо как-то издалека с ними работать. Да через тюрьму-то тоже понятно, да, как это работает. Но тут же вопрос в том, что нужно как-то его туда... Ну, то есть, у него тут... хорошая крит-масса у оппонента. Видим, нам надо наших прокачать как следует. Потом уже пытаться... что-то с этим делать. Пока не очень выходит. Игра сохранена. Я, кстати, посмотрел, почитал по поводу того, как работает вот эта комната, которая переманивает, да? Ребят, ну и действительно тут... Если у тебя работают драконы, они будут переманивать драконов и так далее. Поближе надо. Твои подданные атакуют врага. Твоих людей атакуют. Ха-ха-ха.
Привет, Андрей. Заруба продолжается. Ловушка нам в помощь. У меня даже эта штука не построена, слушай. Мастерская. Боги удовлетворены твоей жертвой. Вот тут одинокий паренек ходит. Мы его можем как-то это... Того самого. Иди сюда поближе. Далеко, да? Они не видят. Да, конечно, был бы тут и поумнее, я со своими тут этими жалкими попытками что-то сделать, смотрелся бы очень бледно. Такие какие-то дешевые обузы я пытаюсь продвинуть. Далеко, да? Ой. Не хотят они нападать на демона. А вы чё сидите? Тебе нужна большая комната для переговоров. Понял, чё вы сидите. Комната для переговоров. Надо было так перевести, конечно. Привет, Филипп, да, я тоже читал про этот прием, про казарму. Возглавлять, нет, мне не нравится. Ну, как-то это муторно, помню. У нас все-таки режим бога, а не режим вселения в конкретного пацана, и им вперед на баррикаду. Мне вот тут нравится больше такой несколько отстраненный режим. А что наши импы делают, мне интересно? Что-то все пределы нам показывают. Ну что, пробуем как-то еще к ним подлезть, пролезть. Игра сохранена. Оставить ловушки. Надо, наверное, зал сделать все-таки, да? Вот такой, в смысле, производственные помещения организовать. Ну, это такая игра в долгую, да, то есть этих прокачать, тех, кто прокачается, соответственно, туда кинуть. Хотелось бы побыстрее, но, как известно, быстро только кошки родятся. А еще я смотрю на его импов, и они у него всегда как битые. То есть он прям их там держит, ну, в таком... Время расплаты. В хорошем напряжении. Ну что, пробуем перейти. Рубикон. Игра сохранена. Ну и чё? Да, мы в замесе победили? Ой-ой-ой, ну тогда все.
Тогда все, тогда давайте давить. Раз такое дело. Стаси не одобряет, почему Стаси не одобряет? Тогда идем к нему. У нас колдунов, в принципе, тут раскачанные и подкачанные, да? Можно как территорию занимать, пожалуйста? Спасибо. Про быстро топ кошки, да, я понял, про что. Че он должен это не одобрять? У нее все хорошо, она, мне кажется, все одобряет. Лишь бы кормили, знаешь. Че она должна это не одобрять? Ну и все, теперь продвигаемся вглубь территории. Девятого уровня, подожди. Твои подданные атакуют врага. Твои войска побеждают. Девятого уровня, чуть не отъехала девчонка у нас. Ну это вообще не тяжело, тяжело пришлось, да? Ну это понятно. Собственно. Ну все, я думаю, что тут уже. Вопрос времени, причем не очень долго. Попробовать на врага болезнь колдануть, только это можно на своей земле, и лучше бы не приводить туда своих, а то перекинется на нашу. Вот для меня сложная схема. Ну это, видимо, когда какой-то затык, да, время для сложных схем. Но вроде мы тут старым добрым мясным штурмом разобрались. Ну все, у него юнит первого уровня уже. Сделать-то бедолага ничего не может. Им высовывается, да, летит пару фаерболов от наших пацанов. Вампир посетил твое кладбище. Давай быстрее, чел. Ты очистил вражескую территорию. А пусть качаются, да? Здесь сейчас ходят и качают. Будут они качаться параллельно, кстати? Вот мы тут поставим. Они тут будут тусить и, или нет? Или они, когда у знамени, независимо от того, где оно, качаться не станут? Первого уровня. Можно второй дорогой проатаковать. Что, зачем? Нам до сердца надо добраться. Сердце, я так полагаю, где-то вот здесь. Рядом с порталом, как у того. Ну, я думаю, что оно так. Что они тут симметрично имеют подземелье. Всякое, конечно, может быть. Но...
Вампир посетил твое кладбище. Вампир кладбище посещает. Правильно, много стало, да? Трупов. Бы ротацию произвести, кто-то кушать хочет. Подданные атакуют врага. Все, да, накушался быстро ты с одного цыпленка. Видимо, хороший был такой, жирненький. А кто мне скажет, вот такой храм, а нам почему? То есть, в чем сакральный смысл такого использования этого заклинания? Колдунов надо покормить. То еще как бы не крякнули. Твои подданные атакуют врага. Твоих людей атакуют. Твои войска побеждают. Сейчас перекусим, мы их вернем, да, туда. Они там своими фаерболами и прочими дальнобойными атаками очень неплохо себя показывают. Моим подданным можно делом заняться каким-то полезным, общественным? Я импов имею в виду, если что. Где сердце-то? Вампир посетил твое кладбище. Ты очистил вражескую территорию. Колдуны, а вы чё? А вы чё, а вы где? Вы здесь должны быть. А вас тут нету, девчонки, и вы здесь должны быть. Так, вот драконов я, если честно, бы на кормёжку бы отвёл. Твои подданные атакуют врага. Твои войска побеждают. Маги качаться пошли. Качки, что ли? Твои качки на магах? Атакуют. Эти вот известные. Подождите, у него два портала, что ли? Твои подданные атакуют врага. Твои войска побеждают. Или это уже портал следующего? Ну, того, которого он захватил. Импы, вам делать нечего, ребят. Ну вот... Вот можно вот здесь просто подойти и начать, да. И начать, я говорю, не стены облизывать. А делом заниматься. Надо это. Селиться пошли. Вот мы портал, что ли? Да вроде портал не захватил. Вражескую территорию. Так, не, перед тем, как в дракона вселяться, мы знаем, да, что надо сделать? А, это вот так дракон... Вот так дракон видит? Не, я пас в дракона вселяться. Вообще нифига не понятно. Ребятушки, где сердце? Вот, сейчас так вот сюда зайдем. А почему ты здесь поселился? Взял здесь себе насест сделал, чтобы удобнее было, да? Вампир сам пошел, короче, вот сюда. Ха, занятно. Твои подданные атакуют врага. А вот оно и сердце, да? Лично.
Все, сердце нашли, дело за малым. Вампир посетил твое кладбище. Потому что девчонка только одна осталась, 9 уровня. Ну и все, да, и к сердцу. Нет, не пойдет к сердцу, смотрите. Портал наш, ребятушки, да, пробились к сердцу. Сердце же одно всегда. Вот оно рядом здесь с самоцветами. Селить дракона на открытом месте. А там что было? Закрытое место, он был в центре комнаты. Ну, в комнате какой-то. Что там было закрытое? А флаг можно на вражескую, да, территорию ставить? Ага. Понял, спасибо, Искобар, вот это я что-то думал, что только на своим. Слушайте, ну так у нас вроде неплохо получилось, да, серия за час. Плюс-минус. Единственное, что... А перенести тварь у нас здесь, не? Увеличить уровень. Увеличить уровень. Найти нашли, да. Применить не применили, а сейчас уже и не нужно. То есть что, вот это вот надо прокопать, что ли? Твоих людей атакуют. Твои войска побеждают. Чё там мои войска не побеждали? Там уже неприятель-то нет. Доходяги одни. Твои подданные атакуют врага. Может, твои здесь перенести, побеждают. Тварь? Дракончика я бы забрал с собой. Супер стратежно получается. Вампир посетил твое кладбище. Твои войска побеждают. Реально можно, да, и они идут туда. Слушайте, а я мучился все это время. Да, но это мой косяк. А что нет, тут не проверить. Вы одержали великолепную победу, повелитель. Вы настолько извращенно жестоки, что прочие хранители по сравнению с вами просто благовоспитанные поймальчики. Слушайте, ну мне тут очень повезло, что синий почему-то тупил, да? Мы синего просто пришли и завоевали, у него ничего не было. Я не знаю, почему так сложилось, но вот так сложилось. Мы все видели. В прошлый раз они вдвоем меня тут так нагнули на пару, чтобы было любо-дорого посмотреть. Коробка с переносом юнита должна быть, она во всех миссиях после начальных есть. Если не найдешь, можно дополнительно запустить чертями, взять там вампира. В самом конце уровня должна быть коробка с переносом. Вампир внизу посередине. Посетил твое кладбище. Сам внизу посередине, здесь не имеешь в виду? Давай, пороем. Посмотрим. Ты очистил вражескую территорию. А, вот перенести создание. Вот, был очищен. Типа они сами нашли, да? А бывает твои только одна такая коробка, правильно я понимаю? Новый район. Вампиров-то уже, смотрите, 9 штук. Привет, Иван. Пропустил душную миссию, посмотрю запись. Слушай, ну тут что-то один из врагов глюканул, она получилась не такая душная, как должна была быть. Вампир, посетил. Одного мы взяли кладбище. Просто тепленьким. Ты очистил вражескую территорию. Ребята здесь тусят. А отменять это все-таки нельзя, да, этот флаг? Вот этот призыв к действию. Как мне пацанов-то домой отправить? В ручном режиме? Ну просто сейчас с голоду передохнут. Че они мне там не нужны? Так, эти качаются, видимо, да? Как не в себя. Ну что, просто переносим существо, ничего не ждем.
очистил вражескую территорию. Да, больше мы здесь не найдем ничего интересного. Правой кнопкой по заклинанию флаг. Да, можно отменять. Сейчас давай пробовать. Потому что ну прям надо иногда. Где у нас? Вот. Где? Где? Вот. Где-то тут. Да, я кликнул. Да, вот. Вампир от голода, что ли, отъехал или что? Или по самому... Или вот здесь. А, все, да? Обнаружили ага. Таинственную магическую коробку. Не очень понял, что это, но, в общем... Не очень понял, как именно, но понял, что можно делать. Магическая коробка, ну, это, я думаю, там воскресить существо, вероятнее всего, да? Вот тут мы где-то ее притащили. Поднять уровень нам не нужно. Ну, ладно, давайте тогда переносить дракончика нашего. И вперед, следующий уровень. Через небольшую паузу. Выбери существо, которое ты возьмешь с собой в следующий мир. Да будет так. Херлинсдаун. Люди здесь так дружны, что мы их соберем в одну яму и забросаем сверху камнями. Вы согласны? Сурово, ну что еще ожидать от хранителя подземелья. Ладно, друзья мои, стрим через пару минут продолжится. С теми же, кто смотрит летсплей, я прощаюсь. Спасибо за внимание, за компанию. Это был Антиквар. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи и до встречи. Пока.